У нас сегодня, вот, наверное, по-студенчески, вот мы прямо чувствуем, что по-студенчески все и пытаются сесть куда-то на галерку и с большим трудом вот подходят к этому круглоовальному столу. А аудитория потрясающая, согласитесь. Я много раз была на мероприятиях в политехе, но первый раз, Наталья Викторовна, это для вас. Для вас эту аудиторию выделили для нашей дискуссии. Разрешите представить вам со-модераторов, как мы называемся, да? Лопатина Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой библиотечно-информационных наук, как красиво называется кафедра, Московского государственного института культуры, приехала специально для участия в нашем мероприятии. Наталья Викторовна, может быть, вы начнете? Я тоже хочу представить своего со-модератора, Валентина Владимировна Брежнева, декан библиотечного информационного факультета Санкт-Петербургского государственного института культуры. Человек, не нуждающийся больше ни в каких представлениях, потому что здесь, я думаю, что все знают Валентину Владимировну. Давайте немножечко обозначим круг проблем. И, коллеги, вот сразу предупреждаем, что у нас нет каких-то запланированных серьезных докладов. Мы действительно очень хотим живую дискуссию, потому что проблем очень много. Они начали обсуждаться на предыдущей сессии, они будут обсуждаться дальше. И вот этот вот термин ВУКА, да? Он все чаще используется в нашей жизни. Мы живем в период, когда обстоятельства меняются быстрее, чем бы нам хотелось. Из последнего, вы знаете, что Россия вышла из Болонского процесса, и мы сегодня как раз еще и затронем темы, а успели ли мы в него войти. И сейчас нам предстоит разработать новую систему, новую структуру нашего образования. А что мы с вами имеем? Мы с вами имеем среднее образование, которое выпускает специалистов в области библиотечной деятельности. Мы имеем бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и дополнительное профессиональное образование. Вот как это может выглядеть в дальнейшем? И мы имеем проект профессионального стандарта, который будет утвержден, очень хочется в это верить, но просто с минуты на минуту. Наталья Викторовна, немножечко про ситуацию, связанную со стандартом, и вот что мы хотим получить сегодня и услышать ваше мнение. Уважаемые коллеги, мы бы хотели, чтобы каждый из вас сегодня мог сказать хотя бы несколько слов и отразить свою позицию по поводу будущего нашей профессии. У строителя нашей сегодняшней площадки видели задачу сегодняшнего общения в том, чтобы мы смогли сформировать какое-то консолидированное мнение по поводу того, что ожидает нашу профессию, какой мы ее видим в будущем. Это нелегкая задача, потому что, наверное, в том и уникальность нашей профессии, что она настолько многопланова, что имеет очень много точек роста, очень много направлений развития. И, наверное, мы не сможем выбрать какое-то одно из них, потому что иначе наша профессия, ну, потеряет свою уникальность, она потеряет те составляющие, которые делают ее вот такой многогранной и такой вплетающейся во все сферы жизни современного общества и во все сферы жизни человека.
Но тогда, когда мы говорим о будущем нашей профессии, мы прекрасно понимаем, что, наверное, есть два очень важных фактора, какой она будет. И это не только наше желание, но и это система управления библиотечными кадрами, и в первую очередь это тот профессиональный стандарт, о котором мы сегодня говорим, о проекте профессионального стандарта. И это библиотечно-информационное образование, профильное образование, которое обязательно должно быть. Вы знаете, очень многие люди говорят, наверное, не обязательно, чтобы было такое образование, но до тех пор, пока профессиональное образование существует, существует сама профессия. Как только его не будет, и профессии не будет. Поэтому здесь нельзя сказать, как в известной истории, кто раньше, яйцо или курица. Вот здесь что-то такое общее. То, о чем мы говорим сегодня, говорим прошедший год, каждый день и каждый час, то, что нам дает стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации, то, что отрасль – это не только практика, это и наука, и образование. И только вот эти три составляющие делают действительно сильную библиотечную отрасль, такую, которая будет и основой процветания нашей страны, и основой технологической независимости нашей страны, и основой интеллектуального суверенитета, то есть всех тех задач, которые и стояли перед нами, и сегодня становятся все более и более актуальны. Поэтому приступаем. А мы будем просто вот говорить, кто хочет, или просить выступить? Да, конечно. Лучший ученик. Владимир Константинович Клюев. Дорогие друзья, почему я так сразу решил третьим после ведущих? Потому что Наталья Викторовна не сказала еще одну должность Валентине Владимировне, которую я ей с радостью передал 12 лет вместе, работая с ней, ну, возглавляя, а теперь вот она стала возглавлять. Это такая есть структура федеральная, но общественно-научная. Учебно-методический совет вузов России по образованию в области библиотечно-информационной деятельности. Вот так это красиво называется. Валентина Владимировна была 12 лет со мной, ну вот как бы замом, не замом, а мы были тоже, наверное, со ведущими, со руководителями. Ну вот первое, почему-то на меня все это замыкалось. Теперь вот все это замыкается на Валентину Владимировну, по моей активной инициативе это мне удалось сделать. Поэтому то, что вот сейчас мы это обсуждаем на площадке в Санкт-Петербурге, вопрос и кадровый вопрос, и связанный с профессиональным образованием, вопрос и с перспективом нашей библиотечной информационной профессии, это вдвойне правильно, потому что теперь штаб-квартира УМС, как мы ее называем, вот она теперь в Санкт-Петербурге. Это первое. Второе, значит, Наталья Викторовна Лопатина, говоря преамбулу, как бы вот мы не сговариваясь, упомянула, что многие вопросы кадров отражены в стратегии. Вот как ни странно, буквально вчера вечером я тоже вывел некоторые позиции из стратегии, нам известно, развитие библиотечного дела Российской Федерации до 2030 года, и многие параметры там уже заложены. То есть на самом деле многое нам не надо изобретать, и здесь опять-таки не ради самобахвальства, а просто мы все разрабатывали эту стратегию, и наш учебно-методический совет, мы давали многие предложения, и секции кадров библиотечной профессии непрерывного образования РБА, мы туда тоже давали свои предложения. Поэтому там многое уже оказалось отраженным, как бы предвосхищается. Это стратегия, то есть документ перспективный до 30-го года, и многие позиции там мы видим, которые надо решить, и даже есть некие подсказки, ну, на уровне прошлого года, да, как их можно было решить. Сначала я хотел бы напомнить, может, кто-то забыл, на самом деле библиотечные кадры, и мы эту статистику с трудом собрали, и она теперь официально зафиксирована в этой стратегии, уж столько или не столько, так мы посчитали, да. Кто скрыл, ну, значит, не вошел туда. 48 организаций готовят, 48 вузов, пока я говорю о вузах, готовят наши кадры. 17 институтов культуры, остальные – это классические университеты, пединституты, ну и разные ведомственные, в том числе Московский государственный лингвистический университет, бывший институт Марисы Терезы, он тоже готовит вот наши кадры, референтов-аналитиков. Это библиотечное образование высшее. У нас
библиотечное образование, среднее, тоже очень активно представлено в плеяде образовательных учреждений. И в данном случае 57 колледжей, техникумов учились, вот еще написано, да, выпускают наши кадры по программам подготовки. Называется у них библиотека ведения, вот такой широкий спектр. Ну и, наконец, 15, уже видите, как мало, но тем не менее, 15 организаций образовательных выпускают магистрантов, магистратура. То есть вот тот уровень, Болонский, теперь уже не Болонский, мы тут вот обсуждали на первой площадке, поняли, что не обязательно, если мы вышли из Болонского процесса, мы отказались от многоуровневости. Значит, как минимум высший уровень подготовки наших специалистов, продвинутой квалификации, так скажем, 15 организаций высшего образования готовит. Ну, то есть достаточно разветвленная многоаспектная сеть. Еще раз говорю, эти все цифры представлены в преамбуле к стратегии развития библиотечного дела Российской Федерации, и они все официальные. А какая проблемная ситуация в этой стратегии выдвинута? Она тоже четко сформулирована. Вот я читаю дословно. В настоящее время существует определенный разрыв между требованиями интенсивно меняющейся библиотечной практики, развитием новых услуг и форм обслуживания пользователей и имеющимися профессиональными компетенциями сотрудников библиотек. То есть вот Зоя Васильевна, вижу, кивает. Вот этот вселенский и всегдашний конфликт интересов. Да? Мы готовим, я имею в виду мы, вузы, колледжи, а практика доучивает. Почему так активно начала развиваться система постдипломного образования, повышения квалификации. И мы тут вот с Мариной Павловной даже в семье уже начинаем спорить, потому что она говорит, вы выпускаете, а мы у себя открываем и получаем образовательные лицензии в библиотеках, чтобы не переучивать, а подучивать. Да? Мы сами формируем тот объем компетенций, который необходим. То есть вузы, не совсем во многом стыкуются с практикой. Здесь это четко как раз и представлено, вот этот разрыв компетенций. Ну, вы помните, тоже я просто не буду здесь углубляться, в этой же стратегии зафиксирован недостаточный приток в нашу профессию молодых кадров, написано буквально так жестко, старение кадрового потенциала библиотек, и, соответственно, выделены целый ряд мер. Их достаточно много, и они все правильные. От общего мониторинга и прогнозирования кадровой ситуации, мы знаем, теперь аж 2 федеральных центра этим мониторингом занимаются. Не вузы, этим занимается РГБ, и этим занимается теперь Российская государственная библиотека для молодежи. После визита буквально недавнего министра культуры, и вот такого спонтанного решения у них создать такой центр мониторинга, они с трудом развелись, кадровый потенциал, с трудом развелись, что такое мониторинг, которым Ленинка занимается, что такое кадровый потенциал, который изучает РГБМ. Развели. Это хорошо, пусть практики, видят и этот срез определяют. Здесь же написано, что уже важно для нас, работников системы образования, перспектива формирования единого механизма государственного заказа на обучение. Заказы через среднее профессиональное образование и через высшее образование. Все это четко здесь зафиксировано, разведены эти 2 параметра, но по обеим аспектам предполагается этот механизм государственного заказа. Это и хорошо, и плохо. Но плохо это, наверное, предполагает некое сокращение контрольных цифр приема в целом ряде территорий, потому что насколько нужен тот объем подготовки кадров, который ведется, хорошо, наверное, будет просто более четко определяться профиль. Здесь же написано о развитии, и это уже идет процесс, он, по-видимому, будет дальше расширяться, развитие на базе федеральных и региональных библиотек практикоориентированного обучения по дополнительным программам профессионального образования и даже переподготовки. И мы это знаем, что многие федеральные библиотеки уже получили лицензию образовательную не только на повышение квалификации, а на переподготовку. То есть это уже та же подготовка к определенному уже после внедрения профстандарта перехода на него, где требуется, мы знаем, наличие базового библиотечного и педагогического образования для тех, кто занимается основной деятельностью, имеется в виду библиотечной. Очень важно, что здесь же, и мы это должны понимать, и это опять-таки процесс объективный, в стратегии как аспект реализации ее
привлечении к работе в библиотеке специалистов из других сфер деятельности, обладающих актуальными компетенциями. Мы не закрыты для тех, кто не с библиотечным образованием, на те должности, которые не библиотечные, да, айтишники, маркетологи, там, я не знаю, кто еще, издательский комплекс. Безусловно, это те аспекты, которые и не предполагают обязательного наличия нашего образования, потому что не по нашему профстандарту они будут. Это уже профстандарт смежных отраслей. Понятно, что повышение престижа профессии, и здесь Валентина Владимировна инициатор библиотечной адвокации и образования, и профессии, и очень хорошее было на Минтинской конференции этот круглый стол, который импульс придал этому и обсуждению, и многим интересным посылам в наше профессиональное сообщество в рамках адвокации профессии и в контексте, в том числе, перехода к тем актуальным компетенциям, которые мы должны давать в рамках образовательного процесса. Ну и привлечение молодых специалистов на работу, да, заинтересовать их перспективами развития нашей профессии. И вот то, что опять сегодня прозвучало, одно из направлений среди обозначенных в механизме – утверждение профессионального стандарта специалиста библиотечной информационной деятельности. Раз это в стратегии, да, он будет теперь принят. Опять-таки мы помним, мы все многие стояли у истоков, да, Ирина Семеновна Пилко, мы стояли у истоков того профстандарта, который был 2014 года, и который висит до сих пор на сайте Минтруда. Но тогда это была инициатива библиотечного сообщества. Тогда Минкультуры предложила возможность разработки, мы его разработали, РБАУ рекомендовала, ну вот на уровне государства он так и остался на стадии готового к утверждению документа. Но теперь, да, в рамках стратегии, безусловно, этот стандарт с большой долей вероятности до конца года должен быть принят. Ну и как базовый сценарий развития, мне это очень понравится, вы помните, там в стратегии есть стагнирующий сценарий, средний и базовый, да, как базовый сценарий развития, он очень оптимистичный. Доля сотрудников в возрасте до 30 лет от общей численности основного персонала библиотек к уровню 2019 года, предполагается, должна быть увеличиться до 18%. Ну, то есть пятая часть где-то, да? Ну, будем на это, наверное, нацеливаться и уходить, не уходить из бакалавриата, из Болонского процесса и менять полностью уровни. Ну, уходить теперь уже, наверное, мы не обсуждаем, официально мы вышли. А вот что касается уровней, ну, на самом деле, хорошо написано. На перспективу нам предполагается расширение целевого приема обучения в магистратуре. В этой же стратегии тут записано, да, расширение целевого приема обучения по направлению подготовки, да, библиотечной информационной деятельности. Это стратегия, под нее выделяют деньги. Уже есть на первый этап его реализации финансирования. Поэтому, ну, будем, что называется, смотреть. Что касается моих личных, как бы, мыслей, ну, они тоже, наверное, известны. Я много и часто, ну, вот в силу того, что УМС занимался, писал по образованию. У нас сейчас, конечно, тенденция снижения плана приема на заочное обучение идет. Более того, вот мы с Натальей Викторовной обсуждали, на будущий год у нас опасность, вот по нашему МДИКу, вообще не будет приема на заочное обучение. Вообще не будет приема. Нет приема плана даже за плату. Мы даже за плату не будем принимать заочников. Это безобразие. Вот я считаю, это безобразие. Как так? Это самые ориентированные на профессию, самые осознанно в нее пришедшие и получающие образование люди. У нас уже тоже несколько лет нет в магистратуре заочного. Одно время он был платный, теперь и платного нет. У нас достаточно неплохой, я думаю, эти цифры можно назвать, 19 человек прием в очную магистратуру. Это хорошо. Сейчас на одну программу, программы соединили, сделали такой микс информационно-аналитический, управленческий. Все хорошо, это много, мы принимаем. Но нельзя без заочного. Вот это серьезный аспект. Ну, как бы лоббирование наше должно быть, наверное. Это вот наша адвокация. Более того, именно в заочном формате очень удобно использовать гибридные формы вот эти, да? Дистант, онлайн, с приходом, с приездом частичным, с установочными сессиями. Это, конечно, очень перспективно начало в период пандемии развиваться. И очень плохо, если мы от этого вынуждены отойти. Профессионалитет. Ну, вот вопрос. Прикладной бакалавриат, у нас одно время было это слово, фактически ряд колледжей начали готовить, Владимирский в частности, фактически бакалавров уже, называя это прикладным бакалавриатом. Ну, может быть, да, и пусть колледжи этим потихонечку занимаются, не в рамках уже Болонской системы, по-другому это называется теперь профессионалитет,
Но пусть в этом профессионалитете будет кусок бакалавриата. Ну, я не знаю, тут надо думать, но какие-то предложения, наверное, нам формулировать придется, потому что среднее профессиональное образование, оно становится сейчас во многом базисным для того, чтобы люди оставались в профессии и получали компетенции. Более того, мы знаем, наверное, опыт некоторых стран, которые не продвигают дальше по таким прикладным направлениям подготовки и не дают даже возможность высшее образование получить без наличия базового среднеспециального. Вот. Может быть, к этому нам подойти тоже и подумать, как условие, а почему нет? Пусть люди пройдут все этапы профессионализации. Завершаю. Целевая подготовка. Да, целевая подготовка – это, наверное, будущее. Очень хорошо, и сейчас все больше и больше коллеги высказываются из разных сфер подготовки кадров. Целевая подготовка и с последующим распределением, отработка бюджетных мест. Это бюджетные места – это был заказ под конкретных специалистов. 3 года, 5 лет – это можно проговаривать, но это очень важный был бы аспект. И коллеги из Беларуси, вот у нас да, присутствует Инна Юрик, наверное, подтвердят, что опыт распределения кадров в Беларусь после выпуска из Белорусского университета культуры, ну, он позитивный. Я со многими общаюсь, и это здорово, и люди получают специалистов, именно работающих в профессии. Ну и, наверное, да, по профстандарту, его тоже не надо, наверное, абсолютизировать, потому что опять идут здесь вот тоже обсуждения, дискуссии, ведь профстандарт, он готовится под специалиста сегодняшнего дня, он не перспективный, это некий срез, вот какие нужны обобщенные трудовые функции, разбитые по направлениям функции, а ВУЗ, ну, он во многом готовит на перспективу. Поэтому, да, базируясь, наверное, на задачах, ставящихся в профстандарте, мы все равно будем через какие-то не базовые, может быть, дисциплины, а дисциплины курсов по выбору, факультативные дисциплины, некий продвинутый уровень давать образования. Ну и совсем последнее, а нам не надо бояться специалитета, да, в принципе. Говорят, как-то мы уместимся, не уместимся. Ну, лично я оканчивал в советское время, многие из нас, Наталья Викторовна, думаю, тоже. Мы оканчивали 4 года специалитет, и все. 4 года, это бакалавриат нынешний. Мы учились 4 года и получали специалитет, да. В итоге мы... как бы, я считаю, вполне нормально, да, состоялись в профессии. Поэтому ничего страшного, мы тоже можем, да, вернуть специалитет у себя, если это будет на гуманитарной сфере распространяться. И прекрасно будем готовить. Ну вот, наверное, так. Извините. Да, спасибо. Спасибо. Да. Да, спасибо, Владимир Константинович. Ну, Владимир Константинович сказал много, но не все. И, Зоя Васильевна, вот как раз хотели сейчас обратиться к вам. У нас присутствует в этой аудитории человек, с которым вы все хорошо знакомы, Чалова Зоя Васильевна, не только директор крупнейшей библиотеки, главной библиотеки Санкт-Петербурга, но и президент Петербургского библиотечного общества. И, конечно, Зоя Васильевна лучше, чем кто был другой в этой аудитории, знает вот кадровую ситуацию в Санкт-Петербурге. Зоя Васильевна, вот как вы видите кадровую политику библиотек в свете принятия профессионального стандарта, ну и вообще вот тех тенденций, которые сейчас для нас характерны? Спасибо за хорошие слова. Я зазнаюсь, наверное, сегодня вообще. Это все неправда. Вот сидит коллектив, очень многие мои сотрудники, это все вместе и вместе с ними. Ну, возвращаясь к теме. Как-то я вот сейчас на юбилейных торжествах у вас на библиофесте уже говорила о том, все очень хорошо, у нас чудесные отношения с кафедрой. Вы все знаете, что мы делаем. Присутствуете на всех наших конференциях, совещаниях, семинарах и так далее, и так далее, и так далее. Но посмотрев свой кадровый состав, например, за последние 5 лет, в библиотеке работает 326 человек, и за последние 5 лет только 2 выпускника института пришли к нам. Это печально. Причем один из них где-то через 1.5 года ушел. О чем это говорит? Что все-таки люди идут в институт, наш любимый институт культуры, получить гуманитарное образование, не понимая, где они там и что они там будут работать. И понятие, что я пойду в библиотеку, их не очень-то и греет.
это держится вот тот имидж библиотек старой 80-х, 90-х годов, когда в библиотеке было абсолютно непрестижно, неинтересно работать, люди получали нищенские, как они считают, зарплаты. Все изменилось, и библиотеки изменились, и зарплаты изменились. Но наши абитуриенты, которые идут поступать просто за дипломом, не очень понимают, что такое библиотеки, и у них нет мысли в голове, что после окончания я пойду туда. Что делать? Ну, вот существовала такая форма, роскошная в советские времена, как профориентация. Я не знаю, как к этому вернуться, какие методы изобрести, и где брать этих людей, где уговаривать, ходить в школы, рассказывать, приводить их в библиотеки, но формировать вот группу людей, которые совершенно сознательно идут в библиотеки и, наверное, останутся там и как-то будут преданы, приживутся, это абсолютно точно нужно делать. Целевой набор. Мы очень робко как-то к этому вот все-таки подходим. Библиотеки очень осторожно к этому относятся. Но мы вот сейчас пробуем это. Это работает. И такие целевые наборы, конечно, наверное, нужны. Это тоже нужно все как-то законодательно сделать, для того, чтобы человек понимал, куда он пойдет работать, что он будет делать, для того, чтобы все это выбор был абсолютно сознательным. Я очень ратую за то, что была бы полноценная практика студентов института в библиотеках. Вы знаете, когда они приходят к нам на четвертом курсе, мы начинаем с ними беседовать, они даже не знают, где это наша библиотека. И никогда там и не были. И все это с трудом начинает работать с ними. А если эта практика будет полноценной, какой-то такой долгосрочной, это очень-очень важно. Мне бы хотелось, что в наших библиотеках сейчас работают есть потрясающие люди, делающие великолепные проекты, известные и у нас в городе, и в стране, чтобы институт приглашал, техникум институт приглашал их с публичными лекциями, с рассказами о тех проектах, о тех задачах, которые решает современная библиотека. Это очень-очень-очень важно. Поверьте, мы умеем это тоже делать, выступаем на крупных аудиториях. И вы бы не пожалели, если бы вы вот так с нами дружили, и мы говорили об этом. Это приходы преподавателей. Ведь вот так верхушка кафедры у нас бывает, и мы знаем. Не все преподаватели так близко с нами работают. И говоря, и обучая библиотечным дисциплинам, они очень-очень далеки от тех изменений, которые произошли в библиотеке. Это все работает абсолютно негативно. Ну, сегодня уже говорили о том, что мы много приглашаем людей не библиотечной специальности, мы в них нуждаемся. Это и люди, которые занимаются проектами, и айтишники, уж я не говорю, и менеджеры, и психологи, и масса других профессий. Может быть, как-то институт тоже что-то будет такое вводить в свои учебные планы. И очень важно учить каким-то взаимодействию с людьми, их отношениям. Они приходят совершенно сырые, и человеческие отношения не выстроены, и они страдают от этого, переживают и разочаровываются. Работать с людьми – это достаточно сложно. И вот эта часть, кусочек, тоже как-то надо, мне кажется, над этим работать. Может быть, если мы это все будем вместе делать, что-то и изменится. А мы ждем ваших студентов, мы выискиваем, мы выслеживаем. С Валентиной Владимировной бесконечно говорим, кого заманить. Мы нуждаемся в этом, это надо. Ну, недаром сегодня говорили о том, что многие библиотеки получают лицензию на образовательную деятельность. И мы ее получили, и переучиваем. Это все трата времени, которую можно было бы сделать в учебном заведении. Вот так очень коротко я могла бы сказать. Валентина Владимировна, я отговорила. Спасибо большое, Зоя Васильевна. После вашего выступления просто хочется написать заявление об уходе. Неправда. Мы вас обожаем и любим, мы очень ценим. Но единственная надежда, что все-таки здесь будут какие-то выступления и
не столь жесткие. С чем абсолютно, конечно, согласна, это объем практики вот в федеральных государственных образовательных стандартах по бакалавриату. И вот здесь мы очень часто сталкиваемся с нашими коллегами, которые начинают вспоминать, что было 2-3 месяца производственной практики, а мы говорим, забудьте, это все. 2,5 недели. А как плохо это? Ну, мы стараемся, мы делаем каждый год, но 2,5 недели, больше. У нас она распределенная один день в неделю получается, вот мы растягиваем, но мы это компенсируем волонтерской деятельностью, и ребята очень активно работают в библиотеках. Вот у нас есть волонтерский отряд «Почтальоны добра». И вот он настолько востребован в городе, что уже не мы предлагаем как бы своих студентов, а на нас идут заявки. И проектная деятельность. Вот проектная деятельность и как внеучебная, и в рамках курсовых работ, в рамках дипломных работ. Ну вот. Можно, коллеги? Добрый день. Устинова Ольга Юрьевна, директор такой специальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Ну, с некоторыми мы знакомы, с некоторыми нет. Но так как я уже на протяжении очень многих лет являлась сначала председателем экзаменационной комиссии государственной в нашем институте, сейчас я член комиссии, поэтому вот очень много ребят проходит передо мной. Здесь есть среди нас не только преподаватели, но и руководители библиотек. И давайте честно и откровенно, коллеги, скажем, да, я поддерживаю Зою Васильевну, что надо увеличивать практику, но готовы ли мы, дорогие друзья, принять студентов на длительную практику в нашей библиотеке? Я что слышу от своих заведующих отделами? Вы знаете, у нас есть основная работа, коллеги. Если мы сейчас будем отвлекаться на студентов, мне не останется времени, например, там нам не останется времени обработать нужное количество литературы. И так далее, и так далее. Таких примеров множество. Вот настолько остро, с одной стороны, встает, да, конечно, им не хватает практикоориентированных знаний, и мы это с вами понимаем. С другой стороны, готовы ли мы принять на такую практику наших студентов? Ну вот давайте вот так честно и откровенно скажем по этому поводу себе самим в первую очередь. Второй момент. Ну, может быть, нам так повезло в нашей библиотеке. У нас достаточно много выпускников, приходящих с нашим специальным библиотечным образованием. И здесь обращаюсь к своим друзьям, опять же, коллегам, директорам библиотек или ведущим специалистам. А что мы делаем для того, чтобы этих молодых специалистов удержать в стенах нашей библиотеки? Это огромная работа, совершенно осознанная, совершенно особая, для того, чтобы постараться приложить усилия к тому, чтобы люди, пришедшие к нам, остались. И здесь очень многое зависит, с моей точки зрения, от управленческих решений. Насколько мы даем возможность выразить молодому специалисту свои способности, проявить свои способности, реализовать себя, если он хочет это сделать. Вот насколько мы реально это можем с вами сделать, чтобы удержать этих молодых специалистов. Что касается связи с институтом, и, скажем так, преподавателей, которые редко у нас бывают. Вот несколько лет назад в нашей библиотеке мы провели замечательный курс с Ириной Семеновной Пилко. Она здесь или нет, да? Замечательный совершенно, практикоориентированный для всех наших информационных служб. Мы разработали совместно программу, совместно провели обучение, и были лекции Ирины Семеновны, и были практикоориентированные вещи, и так далее, и так далее. Мы ощутили совсем недавно, что нам не хватает знаний, навыков, опыта по продвижению чтения. Особенно, ну, это отдельная тема, специальная библиотека. Тем не менее, мы точно так же пригласили Бородину Валентину Александровну к нам, и она нам прочитала великолепные курсы. Мы сейчас, наши сотрудники все говорят, мы хотим дальше заниматься с Валентиной Александровной по этой теме, учитывая там нашу специфику и так далее, и так далее. То есть мне кажется, надо говорить еще и о профессиональных компетенциях тех людей,
которые занимаются повышением квалификации внутри библиотек. Насколько тесно они могут сотрудничать с нашим институтом, насколько они знают преподавательские кадры, насколько они знают программы, которые эти преподаватели могут, так сказать, нам помочь реализовать в стенах нашей библиотеки. Еще один момент, на котором тоже хотелось бы остановиться, это специалисты, которых мы приглашаем, имеющих другое специальное образование. Да, конечно. Опять же, вот мой опыт, так сказать, работы в государственной комиссии говорит о том, что, например, заочное отделение, когда человек получил профильное бакалаврское образование, например, в университете, и пришел в магистратуру, в наш институт по нашей специальности, получается, классные специалисты. Классные. Особенно, кстати, мне кажется, это очень актуально для университетских библиотек. Когда работают с отраслевыми фондами, когда нужно глубокое знание, предположим, там, не знаю, какой-то области в науке, да, плюс наше библиотечное образование, получается первоклассный специалист. Понимаете? Это опыт зарубежных стран, когда имеется, да, какое-то профильное бакалаврское образование, затем в магистратуру приходит по нашей специальности, или это может быть наоборот, но это очень хорошо для научных библиотек. А я сейчас хочу немножко о другом сказать. Да, к нам приходят IT-специалисты, к нам приходят, но мы специальная библиотека, у нас есть и тифлопедагоги, у нас есть дефектологи в штате, у нас есть психологи и так далее, и так далее. Вот эти специалисты, они должны иметь какие-то базовые знания в библиотечной области. Или они к нам приходят, начинают работать по своей тематике, и дальше что? Вот мы себе задаем вопрос, они должны знать? Вот моя точка зрения как руководителя, они должны иметь какой-то, понимаете, и это вот еще один момент, на который стоит обратить внимание, да, это и повышение квалификации, это может осуществляться, конечно, как внутри библиотеки, так и на базе институтов культуры, там, где осуществляется библиотечное образование, но мне кажется, мы должны за этим следить, и мы должны на это, так сказать, обращать внимание. Ну, вот, что касается стандарта, вот мы тоже, да, как мы его будем использовать в практической деятельности? Мы его будем использовать в практической деятельности обязательно. С точки зрения аттестации, например, да, мне кажется, это хороший инструмент, который нам поможет проводить, например, аттестацию. Потому что мы всегда мучаемся в библиотеках над перечнем вопросов, которые мы должны подготовить, да, когда мы проводим аттестацию. Вот мне кажется, очень хороший инструмент с этой точки зрения. Да, конечно, придя, наверное, на собеседование, навряд ли мы будем пользоваться стандартом с точки зрения оценки, да, уровня, скажем, там, пришедшего на собеседование, тем стандарту, тому набору, так сказать, качеств, которые там прописаны. Но повышение квалификации, да, безусловно. Мне кажется, что это очень хороший инструмент для повышения квалификации. И второе, это для аттестации кадров. Спасибо большое, Ольга Юрьевна. Ну, я, если можно, я хотела бы передать слово московскому гостю Илье Леонидовичу, потому что, наверное, я разделю и в том числе позицию Валентины Владимировны и всех, кто занимается библиотечно-информационным образованием. Мы готовим специалистов для разных библиотек. Это публичные библиотеки, это специальные библиотеки, это корпоративные библиотеки, это университетские библиотеки. И, конечно, хочется услышать разные точки зрения и разные запросы для нас. Да. Пожалуйста, Илья Леонидович. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы знаете, коллеги, вот сегодня уже много говорили о том, что профессия очень многогранная. И да, может быть, мы чему-то недоучиваем на уровне вуза, и потом доучиваем, переучиваем, но давайте чуть приземлимся. Любая библиотека – это учреждение или организация, будь она университетская, корпоративная, публичная, федеральная. И, как и в любой другой организации, в этой библиотеке есть потребность совершенно разных специалистов. Хорошо, давайте говорить не о специалистах, а языком стандарта функциях. Соответственно, получается, очень вряд ли нам удастся в рамках библиотечной профессии подготовить универсального солдата, готового исполнять любые функции. Начиная от айтишных, может быть, неправильно ставлю это в угловую угла, но мы с вами сегодня большую часть времени говорили об электронных ресурсах, об экосистемах информационных, да, о начинках и миграциях данных.
давайте вспоминать время, которое отводится на подготовку специалистов. Очень вряд ли в рамках стандарта, неважно, бакалаврский он или магистерский. Совершенно верно. Значит, тогда получается, что либо специалисты другие, да, которых мы дальше начинаем обучать внутри своей же организации, особенности построения наших операционных бизнес-процессов, либо же мы тогда говорим о очень большом смешении, и в итоге мы на выходе получим нулевой выхлоп, когда вот обо всем и ни о чем. Поэтому вот здесь, коллеги, предлагаю в рамках обсуждения профессиональных стандартов говорить тогда о том, что это именно библиотечная профессия. И это те, кто будет участвовать в трех базовых направлениях именно библиотечного обслуживания. Говоря о запросах, Наталья Викторовна, не даст соврать, мы последние полтора месяца совместными усилиями пытаемся найти специалиста в мою очень небольшую корпоративную библиотеку. Коллеги, да, я очень долго искал специалиста по комплектованию. Опять-таки, Наталья Викторовна не даст соврать, но не готовит сейчас институт в большую... Я могу сказать больше, извини, я тебя прерву. Да. Мне всегда говорят, что сегодняшняя библиотека – это третье место, в которое люди приходят общаться. У меня никто не спрашивает специалистов по библиотечному обслуживанию, mm-hmm. я вам честно скажу. У меня спрашивают, вот сидит наш партнер, наш друг Виталий Юрьевич Сурвила, директор библиотеки имени Ушинского. Нужны библиографы. Илье Леонидовичу нужны комплектаторы. Другим библиотекам нужны каталогизаторы. У меня никто не спрашивает специалиста по обслуживанию, если честно. Да. При том, что мы сегодня, когда видим какие-то официальные бумаги, нам всегда говорят, надо готовить в первую очередь тех, кто будет заниматься вот этой обобщенной трудовой функцией. А рынок, увы... Наташа, это Виктор, да, ну вот да, опять-таки... Извини, что я тебя прям... Чтобы мы создали с вами полноценное третье место, куда будут приходить пользователи, мы должны его, правильно комплектовать, и не имея при этом какого-то огромного ресурсного ограничения. Да, может быть, в моем случае оно меньше, и у меня возможностей больше. Но рук, которые бы отбирали вот эти ресурсы и работали бы с пользователями внутренними, прежде чем этот пользователь придет ко мне на кафедру, в абонемент или сделает электронный заказ, у меня нет. Второе. Получается, что в рамках корпоративных библиотек есть еще одна особенность. Равно, как я думаю, в университетских, да, мы тут с Натальей Надань тоже перекинулись. Ведь у нас ресурс специфический. Мы комплектуемся не художкой, как вот во многих публичных, и запрос другой. Соответственно, приходящий специалист, неважно, по комплектованию или обслуживанию, должен понимать тогда и специфику отраслевую или же, соответственно, направленческую. Равно как, собственно, и во всех других областях. Совершенно верно. Поэтому это то, о чем говорит Ольга Юрьевна, да? Что либо базовое, профильное, и потом информационное, либо наоборот. Или же опять мы переходим на уровень, когда я беру у Натальи Викторовны или у Валентины Владимировны выпускника и начинаю дальше доучивать, что фактически сейчас и происходит. Поэтому, коллеги, говоря о какой-то пересборке образования, мы зачастую ведь среди себя не можем определиться, а что же мы тогда поставим во главу угла образования библиотечного. Теперь посмотрите, вот позволю себе еще две минуты поговорить. У нас с вами направление библиотечно-информационное, аналитическое. Соответственно, получается, тоже уже, знаете, вот когда сидел на пленарке, тоже с коллегами перекинулись, ведь фактически, ну не знаю, как в других библиотеках, я себя сейчас чувствую агрегатором агрегаторов. То есть я набираю информационные ресурсы совершенно разного рода. Да, то есть это то, что мы с вами в законе, в стандарте называем документами. Да, как традиционными, так и электронными. Соответственно, получается тогда, что я их беру как у поставщиков напрямую, так и у агрегаторов. И да, мои сотрудники умеют с ними работать. Соответственно, они должны не только тогда донести до пользователя особенности, например, онлайн-доступа, да, или работы с моей же системой библиотечной. И дальше как раз сегодня уже тоже прозвучала почти крамольная мысль. Ведь в своих документах, в том числе для пользователей, инструкциях, что мы зачастую пишем? Мы пишем понятные только нам с вами слова библиотечного сленга. И тогда пользователя придется учить тоже двум вещам. Не только использовать те самые инструменты получения информации, но еще и правильно разбираться в терминах, которые в эти инструменты зашиты.
Ну и еще одна мысль, знаете, вот не знаю, есть ли сейчас это в стандарте, вот, Наташ, поправь, если... Но ведь мы с вами зачастую сталкиваемся с тем, что даже специалисты с большим опытом библиотечным, когда ты их переманиваешь, ты их все равно доучиваешь вот этим новым реалиям. Новым реалиям в том, что не прописано в каких-то методических документах, и уж не побоюсь этого слова, в стратегии. В моей, например, практике сейчас огромная проблема с правилами учета. Как же учесть в составе фонда онлайн-доступ, если он распределенный, но на конкретное количество мест? Дальше получается, что хорошо, давайте о традиционных ресурсах говорить. Да, это книги и периодика. Учитывать ли оборот книги несколько раз, да, и вот дальше в статистическую форму, что же мы включаем? Наличие единицы хранения, количество доступов к ней, обращений за ней и так далее. Этого тоже ведь у нас с вами нет. И каждый раз, вот даже когда зовут на какие-то мероприятия образовательного или же научного толка, каждый раз задумываешься, а как же вот обойти вот этот неудобный угол, говоря о том, что а зачастую мы с вами сами, выдавая какой-то запрос на специалиста, не можем качественно сформулировать, что мы хотим. Мы хотим все. Причем с наименьшими, да, вот этими усилиями. И вот, коллеги, тоже позволю последнюю ремарку по поводу профессионального стандарта. Вы знаете, может быть, тоже соглашусь с тем, что идеализировать его не стоит. Как бы мы ни уходили в образование от уровневости или там возврата к каким-то традиционным ценностям, да, одноуровневого образования специалитета. Кстати, не забывайте, что он у нас с вами по-прежнему остается, да, специалисты по информационной безопасности – это именно специалисты. Экономической безопасности – это тоже специалисты, а ведь таких у нас тоже достаточно много, особенно в рамках защиты нашего с вами АБИС-ресурса, да, или же, соответственно, информационного ресурса. Но при этом профстандарт у нас уровневый. И там обобщенная и, соответственно, функциональная компонента, которая делится по уровням. Вопрос тогда, да? Вот. Ну, вот, да, спасибо, Кать. Моя коллега, не побоюсь этого слова, мой друг и соратник по разработке профстандарта Марина Павловна Захаренко может сказать, что это был один из самых сложных моментов, когда мы вообще приступали к разработке профстандарта. Потому что методология, которую дает Министерство труда, предполагает шажок за шагом. Извините. И как бы идет понимание того, что есть функция какая-то трудовая простая, а есть более сложная, а есть еще более сложная, а есть еще более сложная. И когда мы говорили нашему куратору Министерства труда, что у нас в рамках одной обобщенной трудовой функции, там каталогизации, да, есть простые рутинные операции, а есть операции сложные, интеллектуальные, нас не понимают. Нам говорят, такого быть не может. Поэтому вы должны вот это отдать на 6-й уровень, вот это на 7-й, а 8-го вам не видеть никогда. При том, что сейчас, когда, вот, к сожалению, в моей жизни происходит, и Владимир Константинович, еще некоторые перемены, и мы теперь будем учить и документы ведов на нашей кафедре, и когда я вижу их профессиональные стандарты, мне просто хочется сказать, а почему им можно, а почему нам нельзя 8-й уровень? Что тоже для библиотек и университетских, и научных библиотек, это тоже принципиальный вопрос. Поэтому, конечно, это непростая была задача. И ты абсолютно правильно говоришь, ты видишь те болевые точки, которые действительно существуют. И я могу сказать, что это еще... Не все, это только вершина айсберга. И тогда, когда мы готовим специалистов, есть еще очень много таких нюансов. Вот мы сегодня с Валентиной Владимировной перед нашей встречей немножко проговаривали сценарий. Извини, Марина Павловна, сейчас дам тебе слово. Вообще не претендую. Вот, вы знаете, тогда, когда нам сказали сегодня, что Россия выходит из Болонского процесса, первое, на что мы все клюнули и сказали, ой, бакалавриат и магистратура, но это не первое. Вот, к сожалению, это то, что мы видим обывательским взглядом. А если мы посмотрим изнутри, то это вот та система, которая во всем мире называется 2 плюс 2 плюс 2. И мы сейчас... будем вынуждены, наверное, к этой системе переходить, потому что ее-то никто даже не обсуждает, как то, что совершенно нам не нужное.
И теперь мы будем библиотекаря готовить. Вот-вот-фу, может быть, все-таки это пройдет мимо нас. Это идет речь о стандартах четвертого поколения. Пока что мы работаем по стандартам 3, 3 плюс, 3, 2 плюса. Да. Да. А сейчас будет предполагаться, что 2 года ребята будут учиться вместе с другими студентами. И на минутку я бы хотела обратить внимание, они не будут учиться с теми, кто занимается средствами массовой информации, с теми, кто занимается книгоиздательскими делами. Вот со всей нашей ресурсной базой нет, они не с ними будут. Они будут учиться с музеологами, с народно-художественным творчеством, с социально-культурной деятельностью. Да, массовые праздники и все, что надо. То есть 2 года они будут учиться вместе. Вы же сами говорите, обслуживание, да, третье место. И они не будут знать слово библиотека вообще. И ни про какие практики мы здесь не будем говорить вообще. Вот сейчас, когда я со своими коллегами в Институте культуры обсуждаю этот вопрос, я им говорю следующие слова. Пока я жива, библиотековедение будут изучать все. И мне абсолютно все равно. СКД он занимается, НХТ, музеологией, потому что мне нужна ранняя профориентация, то, про что говорит Зоя Васильевна. Мне надо, чтобы на первом курсе они это учили. Можно это будет сделать? Нельзя? Не знаю пока. Потому что мы пока не знаем тех вводных, тех условий, которые будут. И только на третьем курсе они смогут выбрать то направление, по которым они будут получать профессию. И кого мы будем готовить 2 года? Я честно скажу, я не знаю. Потому что я не знаю, как выстроить все те трудовые действия в определенный логический порядок. Вы прекрасно понимаете, что я не могу одновременно давать им аналитико-синтетическую переработку информации, АСПИ, да, то, что мы называем, и тут же, чтобы они сразу проходили параллельно справочно-поисковый аппарат, потому что они вначале должны послушать одну дисциплину, а лишь потом вторую. И как это будет в 2 года укладываться, пока для нас это большая проблема. Это Наталья Викторовна. Остается 27 часов в неделю, за пределами которых. Поэтому даже если вы выстроите вот этот процесс, следующий вопрос. Хорошо, значит, тогда будет набор из 10 дисциплин по 8 часов каждая. Это то, и что это мы могли бы себе позволить в заочном образовании. Идеальная картина, что они выбрали, что они, отучившись 2 года, пришли, выбрали, что дальше они будут библиотекарями. Потому что вы же прекрасно понимаете, что тогда, извините, Владимир Владимирович, что тогда, когда они вместе вот с горячо любимыми мною специалистами по социально-культурной деятельности, у которых вечный праздник, вся жизнь – это праздник, они после этого, когда они с ними общаются, когда они с ними живут, они не могут понять, что в библиотеке иногда носят не только красивый костюм, но и синий халат. И это то, что в бизнесе называют бэк-офис, это тоже то, что есть в библиотеке. И вот здесь это такой сложный момент, который такой требует адвокации тонкой, я даже не знаю на уровне чего. На этом может все и закончиться. Да, на этом может все и закончиться. Ну, как говорят у нас в институте, библиотека – это мозг, а клуб – это душа. Поэтому здесь… Марина Павловна. А что вы хотите теперь от меня услышать? Такой липкий. Марина Павловна, мы хотим услышать от вас очень важную вещь, потому что, может быть, кто-то не в курсе, но Марина Павловна у нас представляет молодежь в аудиторию, будучи руководителем секции Российской библиотечной ассоциации, которая называется Молодежная секция Российской библиотечной ассоциации. Молодые в библиотечном деле. Что думают молодые? Ну, на самом деле ситуация очень непростая. Мы сегодня уже тоже об этом говорили, да, с молодыми. И в стратегии стоит 18%. Это очень оптимистичный прогноз, потому что сегодня это 8,2%. Специалистов работают в библиотеках в возрасте до 30 лет. Это просто, ну, это очень маленькая цифра. И я вспоминаю свой 10-летний опыт назад, если обратиться в 2012 году, когда я защищала кандидатскую диссертацию, и был вопрос о том, а какой же процент оптимальный, да, наличие молодых специалистов, молодых кадров, не специалистов, именно молодых кадров в библиотеках, то на тот момент я вывела такую для себя вот
ну, условно формулу, что в структуре населения страны молодежь занимала на тот момент там, 24 с чем-то процентов. И я сказала, что если в библиотеках будут работать примерно такой процент в возрасте до 30 лет, да, в кадровом составе, это будет совершенно замечательно. На сегодняшний момент молодежи в стране несколько, если мы все-таки оперируем цифрой 30 лет, да, хотя в законе о молодежной политике 35, я это опускаю, потому что это все-таки социальный эффект имеет для всяких выплат, льгот и так далее. Мы все-таки оперируем цифры в Шесенка, у нас, слава богу, сохраняется до 30 лет. Таковой молодежи примерно 19% в структуре населения страны. Поэтому вот наша стратегия так или иначе соотносится, но это очень оптимистичный проект такой, показатель. Вот. Но тем не менее, молодежь в библиотеках есть. Вы это все видите, да, и по деятельности молодежных объединений, и вообще по молодым специалистам, которые очень ярко себя заявляют на разных площадках. Я все-таки хотела немножко вернуться к профстандарту и к тому, почему он такой, и вот эта его разноуровневость. И здесь есть очень позитивный момент в том плане, что нам удалось убедить и включить туда уровень среднего специального образования. Это была настоящая борьба, потому что вот наши кураторы из Министерства труда не соглашались никак. Вот, если у вас есть вузы, зачем вам нужны специалисты со средним специальным образованием? Тот аргумент, что у нас сеть средних специальных учебных заведений, и они готовят нужных библиотекам специалистов, именно прикладников. Вот, очень долго приходилось убеждать, и это большое наше достижение, что такой уровень там обозначен. Что касается, если же вот эта двухуровневая система, да, бакалавриат, магистратура все-таки будет устранена, то ну, здесь, как нас убеждают в Минтруда, достаточно технически просто будут внесены изменения в профстандарт, и это не будет проблемой, да, это не в этом вопрос, как будет отражено в профстандарте. Вот эта многоуровневость. Главное, что есть у нас среднеспециальное звено и высшее звено. И мы все-таки говорим о стандарте именно специалиста библиотечно-информационной деятельности. Всех других специалистов, которые, все другие специалисты, которые работают в библиотеке, которые нужны библиотеке, они работают, ну не работают, вернее, мы будем оперировать при аттестации, при формулировании должностных инструкций этим сотрудникам. Это все-таки другие профессиональные стандарты, на которые мы должны опираться. И не нужно вообще отражать эти направления в нашем специальном профстандарте. Просто зачастую мы их вынуждены с вами называть по должности. Безусловно, да? Безусловно. И тут возникает вопрос как раз аттестации. Это все вот так вот, никаких там скобочек, он занимается условно, там формирует, там, не знаю, сайт, например, а он, значит, главный библиотекарь, просто потому что либо в штатке так другой должности нет, либо чтобы он относился к основному персоналу и получал всякие плюшки. Мы все это в практике своей знаем. И еще момент, который хотела бы проговорить. И сегодня вот обсуждаем, много уже было подобных профессиональных мероприятий, и каждый раз подтверждаю свою мысль в том, что вот говорим, но образование идет своим путем, практика библиотечная идет своим путем, а у студента своя траектория жизни. И все эти три пути, они абсолютно параллельны. Вот они абсолютно параллельны. И вот практикам, например, очень сложно, потому что действительно мы и не можем даже четко сформулировать, какой нам нужен специалист, потому что он каждый раз нужен уникальный какой-то специалист, и мы не можем четко сформулировать запрос образованию, какого специалиста нам дайте. Сейчас он нужен вот такой, сюда вот он нужен на другой уже какой-то участок работы. Очень сильно меняется практика быстрее, чем
образование готово переработать свои образовательные стандарты, пригласить нужных педагогов для чего, ну, для того или иного направления. И вот я не знаю, у меня нет предложения, как эту ситуацию исправить. Есть какие-то точечные моменты, и мы, например, в этом году, надеюсь, мы реализуем очень серьезный такой проект общефедеральный, мастерская кадрового партнерства, куда всех вас пригласим, это будет осенью. Все вузы и техникумы пригласим к его, и попытаемся об этом поговорить, и как-то вот эти три параллельные линии хоть как-то соединить. На сегодняшний момент это пока так. Вот это прям проблема из проблем. Конечно. Все микрофоны к тебе. Я с позиции, конечно же, так сказать, работодателя, но наше взаимодействие достаточно крепкое с сферой образования. Мы, естественно, не сравнимы по масштабам с Россией. Беларусь совсем небольшая, и всего лишь одно учреждение у нас есть, которое занимается подготовкой кадров. Это наш университет культуры и искусств, факультет библиотечно-коммуникационных ФДК, коммуникации, то есть так сложно всегда произносим факультет наш, который готовит библиотекарей. Последнее время, конечно же, набор уменьшался, это было порядка 50 до 55 человек, и просто эти специалисты в буквальном смысле разрывались по библиотекам, в основном сферы, конечно же, Министерства культуры, это публичные библиотеки, мы вузовские, это был постоянный дефицит. Ну, поскольку как бы университет культуры это учреждение образования, которое курируется Министерством культуры, соответственно, и приоритеты. Но вот за последние, по крайней мере, 5 лет мы выстроили такую модель взаимодействия. Во-первых, мы заключаем договоры в обязательном порядке с факультетом нашим как база практики. То есть и чем лучше мы работаем, тем больше нам наш факультет как базе практики идет навстречу в плане молодых специалистов. Да, действительно, практика, когда студенты, обучающиеся на бюджете, потом приходят по распределению, она нас очень спасает. Это большая... огромный плюс и в части омоложения состава. И я не могу сказать, конечно же, ни в коем случае, что у нас 100% закрепляемость. Конечно же, нет. Но все равно есть, по крайней мере, пусть на 5 человек один, кто закрепляется, и это уже великое счастье. К сожалению, за последние 2 года молодые специалисты, прекрасные молодые специалисты, которые к нам пришли, себя хорошо очень проявили, в силу разных обстоятельств, большая часть покинула просто страну, и мы остались без них. Но те, которые приходят, повторюсь, когда я слышу о том, что как плохо готовит наш факультет, я не знаю, нам, наверное, очень везет. У нас прекрасные вообще молодые ребята, я очень довольна ими. И могу сказать, что, опять же, в 2019 году был НИР, который реализовывал факультет и привлек нас как работодателей. Значит, в рамках которого мы отвечали на вопросы, какие нам нужны специалисты. Благодаря этому, вот то, о чем шла речь, конечно, универсального солдата быть не может. Очень четко, благодаря этому исследованию, выделилось 2 направления. Будем так говорить, аналитики и те, кто должен 3-е место развивать. Поэтому, когда сформировали... Получилось 2 модели компетенций, и, естественно, базовые компетенции идут и в той, и в другой модели. И следующая, очень важная, которая занимает огромное место, это аналитические способности или же вот эта вот проектная деятельность и все, что связано с культурно-просветительской деятельностью. На сегодняшний момент 30 лет Белорусской библиотечной ассоциации на прошлой неделе было, и выступала декан нашего факультета, она сказала, что теперь... Наши студенты будут в соответствии именно с этим и готовиться. То есть 2 года одна у них программа, и дальше одни идут в одну сторону аналитика для научных библиотек, другие идут для публичных библиотек. Вот это вот очень важно было. И еще момент, опять же, был опрос специалистов, точнее работодателей,
Наши коллеги с факультета запустили этот опрос. И в этом году запускается уже для тех, кто будет набран студентов, новое направление – цифровизация, аналитика, ну и менеджмент остается. То есть это работа с электронными ресурсами, данные и все, что связано с сегодняшними направлениями. Это аналитика, библиометрия и так далее, то, что очень нужно нам. Ну и опять третье место. То есть, ну вот мне кажется, вот эти вот три основных момента – это договоры, как база практика работает библиотека. Мы очень серьезно к этому подходим. У нас разработка программы, и я как руководитель со своих заведующих очень требую исполнения. У нас ребята по окончанию проекты просто, в общем-то, делают, представляют, да. Вот. И очень все довольны в этом смысле. Ну и, конечно же, повторюсь, это распределение, да. Ну вот опять же, исследования и опросы взаимные тоже позволяют факультету как-то развиваться. Спасибо большое. Давайте, хорошо. Борисова Елена Ивановна, директор научной библиотеки Военно-медицинской академии. Вы знаете, коллеги, я, конечно, то, что услышала, меня ужаснуло страшно по поводу перспектив возможных. Почему? Потому что я вот из своего опыта могу сказать, что колоссальное значение имеет ранняя профессионализация. Причем чем раньше человек придет к рабочему месту, тем формируется у него все то, что нужно, должно формироваться. Я скажу два слова в защиту Болонской системы, ну, пускай ее не будет, но вот этой многоуровневости, потому что вот по своему опыту я могу сказать, что у меня разработана определенная стратегия. Я с большим удовольствием беру наших студентов на работу, причем даже у меня есть возможность взять на полставки. Они еще обучаются, но они уже вливаются в работу, они уже понимают, что им интересно. За это время я за ними наблюдаю. Я понимаю, что да, вот я его там определила там комплектованием заниматься, а у него интерес к другим совершенно вещам. Но он в это время учится, то есть он как бы и обучаясь, он уже получает осмысленно все эти навыки. Потом, когда он, допустим, заканчивает бакалавриат, он же заинтересован уже пойти в магистратуру. Понимаете, он неформально идет, он уже понимает, что ему хочется. И у меня, кстати, вот таких очень много. К счастью, вот я не хочу хвастаться, но я омолодила свой состав, ну, процентов на 70 точно. Потому что, когда я пришла, откровенно говоря, коллектив был очень... 5 лет, 7 лет я, 7 лет. Значит, был достаточно тяжелый, болотный и, ну, так скажем, очень много было возрастных людей. Поэтому мне пришлось вот... Да. Вот эта стратегия, вязкий, да, вот эта стратегия, она... И я очень благодарна институту, потому что вот эта растянутость в обучении, она позволяет сформировать человека преданного делу, преданного библиотеке. Мне кажется, что вот надо тоже подумать, чтобы вот не упустить вот этот момент. Почему я, кстати, выступала в стандарте, когда вот обсуждали, чтобы занесли возможность принимать человека вообще только с образованием средним, общеобразовательным, потому что студент, приходя, он же получает, имеет диплом только о школе. Я сейчас их могу взять, но я не знаю, как будет дальше. Ну, я поняла, да, что тут были... Но надо какие-то комментарии обязательно дать, какие-то комментарии вот к этому стандарту, чтобы написать, что это возможно, если он обучается. Помните, раньше было понятие «неполное высшее образование». Вот как-то так его сформулировать, чтобы мы могли брать этих ребят. И это перспективно. Да, да, да. Нет, но брать-то вы их сможете, вы не сможете их брать на должность библиотекаря. Так вот, вообще не хотят брать. Они сказали, вот нет, сейчас... Нет, брать можно, но есть же другие должности в штатке. Ну, условно, нет, редактор, еще кто-то. Нет, ну, то есть вы... Да, вы не можете брать его на должность библиотекаря. Нет, у меня только библиотекарь и библиограф. Ну, вот, да, вот в этом проблема. Значит, нужно добиваться. И еще хочу сказать защиту вот целевой, целевого. Ой, вот мне кажется, это очень перспективная идея. Руку. Я даже могу поделиться, вот как сейчас принимают... Коллеги, у нас оживление в зале, потому что действительно проблема. Но вот очень-очень важная тема – обучение в рамках договора целевого. Да, вот хочу два слова просто сказать. Я не знаю, насколько приемлемо в нашей сфере, но насколько мне известно, вот сейчас медиков как принимают, да, на бюджетные места, они должны договориться уже с каким-то работодателем, что он
по окончании своего обучения придет к нему работать. Я, конечно, понимаю, что обучение там 5 лет – это большой срок, но тем не менее он заручается, что работодатель вот этот, да, вот в эту поликлинику он придет работать. Может быть, есть смысл подумать и нам как-то на эту тему, да? Мы хотели бы обратить внимание с Валентиной Владимировной, что у нас такое тоже возможно. Вот, вот, вот. И я хотела бы обратить внимание всех коллег, что вам это, что называется, ничего не будет стоить. Потому что за все платят Министерство культуры, вот, также, те также контрольные цифры приема, которые нам даются. И мне кажется, что это и человека сориентирует уже на конкрет. То есть он будет понимать, что ему не убегать надо, как вот, например, многие студенты получают ради образования. Потом они растворяются, и мы их не можем, так сказать, сориентировать профессионально. Mm-hmm. Он уже будет понимать, ага, за него заплатили деньги, он обязан прийти. Он сам выбрал себе это потенциальное рабочее место, и деваться ему, в общем, некуда. И, может быть, поработав, потому что вот у меня такое мнение, что когда человек поварится, поработает, он уже там определит, что ему интересно в библиотечном. Потому что многие приходили и говорили, мне неинтересно заниматься комплектованием, я вот люблю массовые мероприятия, я с удовольствием буду их готовить. Да ради бога, занимайся, мне это тоже нужно, и я рада, когда человек сам это хочет делать, чем я его как бы, да, должна туда определять. То есть вот мне думается, что вот с целевым тоже надо очень продумать и очень подойти к этому тонко. Все, я больше ничего. Коллеги, можно я прокомментирую? В отношении целевого обучения, оно есть. Более того, оно всячески приветствуется. Есть постановление правительства, где четко совершенно все прописано, все условия. И эти условия – это обучение на бюджетной основе, это заключение договора с организацией, это 3 года отработки, обязательной отработки в этой организации. И там есть еще некие, ну, так сказать, взаимные условия. Но они тоже абсолютно не пугающие. И в рамках целевого обучения студент обязательно проходит практику на базе своей организации, выполняет курсовые дипломные работы по тематике, которую заявляет организация. И это действительно очень и очень ценно. Но опыт вот пока, такой вот реальный опыт показывает, что на заочном отделении это пользуется успехом, когда организация отдает своего сотрудника на обучение. А на очном, конечно, это, ну, сложно. Организации не берут на себя такие обязательства, да, потому что что там будет? А организация тоже обязана предоставить вот это рабочее место. Поэтому очное пока идет со скрипом, а на заочном очень активно используется вот эта практика заключения договоров о целевом обучении. И действительно, это, ну, вот на сегодняшний день просто идеальный инструмент кадровой политики, когда библиотека сама направляет, сама регулирует вот эту образовательную траекторию и сама получает потом себе этого специалиста. Поэтому просто хотела сказать, что в нашей сфере это есть. И используйте этот канал. Вот сегодня 20 июня, начало приемной кампании, еще не поздно. Уже можно. Да. Вот именно как. Во-первых, он не будет работать. Во-вторых, какого мы получим специалиста на выходе? Откуда мы можем сейчас знать, что с ним будет через 4 года обучения? Какого специалиста мы получим? Что будет в библиотеке через 4 вот. Года? Какие потребности будут? Каких специалистов 4 года? Это слишком много. Потому что надо прописать. И будет ли вообще вакансия для этого специалиста? Да, будут ли вообще, что будет через 4 года? Будут ли вакансии через 4 года? Конечно, это конечно. Слишком заочниками все понятно. Все это. Уважаемые ну, коллеги, это новый инструмент, да. Вот он пока еще только второй год. Да, вот да. Второй год используется, но тем не менее он существует. И вот я не знаю, идем ли мы под запись, но у этого есть еще большие плюсы. Потому что это, во-первых, другой конкурс. То есть это бюджетный набор, но это другой конкурс.
Для ребят, конечно, для ребят это огромный плюс, потому что ты можешь прийти с минимальными баллами, но тебя все равно возьмут, потому что ты идешь вот по другому коридору, по зеленому коридору. Вот. Уважаемые коллеги, еще очень-очень много тем для обсуждения. Я чувствую, что всем очень хочется что-то сказать. Я попрошу сейчас Нателлу Надальну сказать, потом Ирина Семеновна Пелко хотела сказать, Светлана Анатольевна Горохова и Нина Михайловна Барабанщикова тоже очень попрошу в порядке очередности. Большое спасибо. Нателла Надальна, ваши позиции, ваши мысли. Да, начну с того, что я вот просто по мере выступления коллег своих дорогих, я просто отмечала про это и про это. И хочется сказать про все сразу. Значит, начну с того, что высказываем опасение, что после 2 лет он не пойдет на библиотечную профессию, а останется в массовой. Да, а у нас опасения совершенно прямые, что после окончания вуза он вообще не пойдет в библиотеку университета. Не вообще в библиотеку, а именно университета, потому что, да, вот тот самый универсальный солдат. К публичным библиотекам у нас еще добавляется академический спектр, и здесь другие специалисты. Они не лучше, не хуже, они просто другие. Поэтому, конечно, должна быть привлекательность. Привлекательность в чем? В том числе для молодежи и в заработной плате. Зоя Васильевна, не поменялась зарплата в библиотеках. Это только в Санкт-Петербурге, и благодаря конкретно вам, в том числе, несколько лет назад, уже теперь десятилетие, наверное, библиотекари получают по-другому. Вузовские библиотеки, мы, как Санкт-Петербург, в нашем университете, это 22-24 тысячи библиотекарь первой категории, а еще есть библиотекарь просто. И вузы, например, других регионов 15 тысяч. Вот вся привлекательность профессии. Что мы за это причем требуем? Ведомственные вузы в том числе. Конечно, конечно. Все. Что мы за это требуем? А мы требуем, а не просим универсального солдата. Почему? Во-первых, потому что единый квалификационный справочник предлагает нам взять специалиста или с образованием педагогическое, института культуры или искусства. Все остальные специальности, приобретенные в высшем учебном заведении, опускаются до уровня библиотека второй категории, без стажа работы. Возвращаемся, равняется 22 тысячи. Состоявшийся специалист, затем ему нужно вот эта последовательность 3 года в стаже и 3 года, через 10 лет он сможет подняться на 2 ступеньки. Есть у нас такие варианты. Есть у нас такие нет. И опять возвращаемся к вязкости состава, да? Потому что остались те, кто остались, а молодых, это просто крупицы. Мы, естественно, сотрудничаем, пытаемся сотрудничать, и иногда это получалось, мы заручались сотрудниками, которые продолжали обучаться в Институте культуры на библиотечном факультете. И получая у нас совершенно космические компетенции после окончания института, естественно, уходили. Ну какие 24 тысячи? Я так много умею, меня так многому научили в нашей библиотеке, что, конечно, меня на расхват берут во всех остальных местах. Дальше. Штатное расписание. Штатное расписание в библиотеке очень давно уже не контролируется никем, я имею в виду учредителем. То есть мало того, что ведомственная разобщенность, и если Министерство культуры все-таки, не все-таки, а последовательно, хорошо, плохо, но относится к своим подведомственным организациям, то наша подведомственность разобщает настолько, что у нас, по сути дела, главенствует руководитель вуза. Он усматривает, какое количество штатных сотрудников он даст на библиотеку. Именно в таком виде. Нужен там этот специалист, не нужен. Штатное расписание, которое существовало на 2000 год, это вообще просто хочется к нему вернуться. Что мы сейчас пытаемся и сделать, потому что там есть специалисты разные, в том числе и с разным образованием. Количество специалистов. Библиотека нашей
категории первой, а категорийность тоже никто не отменял, но никто не, за нее не ратует. Я имею в виду, что ей не подчиняется ни один руководитель вуза. Предполагает на наш фонд и наше количество обслуженных читателей 200 штатных единиц. Плюс после миллиона фонда за каждые 100 тысяч плюс еще один сотрудник. У нас 3 миллиона 300, не считая электронных ресурсов. Какой штат? 300 человек. Какой у нас штат? 52 человека. Вот, пожалуйста, поделите весь спектр работы с новыми универсальными компетенциями на вот эти 52. Какие там специалисты, шестой и следующий разряд, и каждому вот по столько. А у нас один специалист научной обработки. Он же заведующий, он же все остальные. Потому что у нас проблема подобрать туда кадры. Вот не знаю, дойдет ли очередь до Светланы Александровны, которая как раз и подбирает кадры. Из 100 просмотренных, поданных заявок, она отбирает 5 человек. Для личного собеседования она отбирает одного человека. У нас проходит 3 фильтра собеседования, 3. И этот человек, мы потом, пособеседовав 3 раза на разных уровнях, говорим: слушайте, ну вот эта девочка нам подойдет. Вот хорошая такая девочка. Девочка звонит на следующий раз, на следующий день и говорит: извините, меня не устроила ваша зарплата. То есть вот этот, с одной стороны, вал в библиотеке можно неплохо поработать, читай, неплохо посидеть. И потом я не знаю, что меня там привлечет, может быть, и привлечет. Он абсолютно безуспешен. Что мы для этого делаем? Да, ну и бюджет на повышение квалификации, он просто отсутствует в ВУЗе. Это опять такие же вот почти личные связи. Одного ты очень дорогого тебе человека сможешь уговорить, руководство отправить, но это не система. И поэтому это тоже не работает. И вот вся эта такая наша вузовская неприкаянность, с одной стороны, высочайший уровень специалистов. Вот абсолютно, вот вы сегодня слышали, да, и мы говорим и о том, и о том, и о пятом, и о десятом. Это действительно все так. С другой стороны, нет ни штата, ни средств на этот штат. И с третьей стороны, конечно, не следование никаким регламентирующим документам, которые были разработаны, но теперь никем не имеются в виду. Мы организовали такую рабочую группу. Это опять инициатива снизу, поэтому мы не знаем пока, чем она завершится. Но что-то надо делать. Что-то надо делать. Инициатива Томского государственного университета, инициатива АПАЭР. Томские университеты почти все туда включены. Мы сейчас разрабатываем следующие перечень документов и ведем исследования. Нам вообще нужно понять, какое библиотечное сообщество обслуживает университеты. Сколько их, кто, никто не считал. Они все отдельно. Затем, какие документы регламентируют деятельность библиотек. С другой стороны, нам интересен и гендерный состав, кто работает в библиотеке, возрастной состав. И все это вместе может у нас сейчас вылиться в такое исследование плюс разработка документов, где мы начинаем от концепции университетских библиотек, которую мы уже несколько лет обсуждали, но она так и плавает. Конечно, она плавает на поверхности, но это дало возможность заинтересовать нашего работодателя в лице Минобра, чтобы он начал поворачиваться в сторону и говорить, что и это тоже вы делаете. Так вот, сейчас стоит суперзадача подготовить весь свод регламентирующих документов. Тех, которые я вот перечислила, начиная от концепции, заканчивая нормированием труда. Нормирование труда в университетских библиотеках, в отличие от учреждений культуры, не ведется практически совсем. Вот я точно знаю, что только в нашей библиотеке приказом введено нормирование труда,
И у нас отделы отчитываются, и библиотека в целом отчитывается по проделанной работе по нормам. Потому что в один момент мне стало, какое бы слово подобрать, противно доказывать, что мы много работаем. Мне захотелось показать это в цифрах. И вот этот отчет говорит о том, что вот эти люди сделали столько, они сделали вот это вот на 22 тысячи, а вот это к этому еще на премию. И знаете, ну, это все время такая просительная позиция. Просительная позиция. Но пока сейчас другого выхода нет. Посмотрев на наши нормы, наши специалисты, не буду говорить откуда, сказали мне: знаете что, вот этот пункт не очень нравится, я бы не хотела работать по вашим нормам. Я сказала: это нормы не мои, это Министерство культуры. А мы для себя только выбрали то, что мы делаем на самом деле, адаптировали, причем мы год это вводили, год, адаптировали нормы и вводили свои, чтобы указать те позиции, которые не представлены Министерством, ну они же типовые, Министерством культуры. Вот такая работа сейчас ведется. Это к тому, что надо что-то делать, чтобы, во-первых, возвращаясь к началу, наша профессия была привлекательной, и университетские библиотеки, ну, с полным правом приглашали к себе специалистов, которые бы потом, ну, если не долгие годы, то многие годы работали в наших библиотеках. Спасибо. Спасибо, Наталья Надарьевна. Светлана Александровна, что-то добавите в разделе, да, библиотек. Да, спасибо большое. Но я очень коротко, я просто хотела сказать, что прежде всего очень нужны люди, которые просто умеют и хотят работать. Это первая компетенция, которая нужна на сегодняшний день. И умеют переключаться быстро между различными сферами. И понимают, что библиотека – это… И вот здесь, кстати, американские библиотеки нам не пример, адресуясь к прошлой секции. Вот, мы же уходим в собственное. Так вот, да, в настоящий момент у нас, во всяком случае, в университетских библиотеках так не получается, что ты сидишь, занимаешься одним делом, закрываешь дверь и больше ни в чем не участвуешь. Так быть не может. И опять же, если говорить об образовании, вот когда все-таки к нам попадали выпускники, наверное, очень важно, не знаю, как этому научить, это вы специалисты, вот, но, понимаете, когда приходит человек на собеседование и говорит: я умею работать в Ирбис, он должен уметь работать не в Ирбис, он должен уметь работать с системами в целом, он должен понимать систему, как она есть. Безусловно. Без коммерческих названий, без конкрет. То есть он должен понимать, что это не распорядок полей друг за другом, и я их запоминаю, и к 10-му дню я их выучиваю, и туда что-то вбиваю. Что вбиваю и для чего, тоже непонятно. А именно должна складываться в голове система действий. То есть когда человек, вводящий информацию в базу данных, не проверяет ее сам в тех сервисах, которыми пользуются читатели. То есть надо учиться именно вот широкому видению современного информационного процесса. Вот это, наверное, один из важнейших заказов. Ну, Ирина Семеновна. И все, Ирина Семеновна. Ирина Семеновна, здесь, конечно, слово вам. Значит, друзья мои, ну, я, как сегодня сказали, стояла у истоков, очень хочется у Верховьев постоять уже к концу своей профессиональной биографии, вот, но очень хочется. Но я бы хотела сказать, вот, как бы, вот, оппонирую немножко, а когда принимают на работу, очень часто ставят условия: владеешь ли ты Ирбисом? И вот я лично перенаправляла в библиотеку Маяковского, ну, приехавшую сюда, специалиста с базовым колледжем, ну, или техникум давно. Но вот это был единственный пункт. Все, она знает, образование соответствует, а Ирбисом она училась в Маяковке, потому что там учат, и это как бы нормально. Так вот я хочу сказать,
про то, что, дорогие друзья, вот я бы консолидировала, я не знаю, что там будет с образованием, и вот то, что я сегодня услышала, тоже меня немножко шокировало, хотя вроде бы я как-то немножко в теме, вот эти 2-2 и так далее. Вот, но вы знаете, мы подстроимся. Уже такой опыт вот всего того, что как нас сломали на это Болонью, как мы писали эти письма от сибирских, я помню, там преподавателей, ученых, не надо, у нас своя особенная стать, как этого никто не послушал. Потом, ну, все, что было, как нас этому не учили, мы сами все это постигали, складывали вот это, ну, хорошее, плохое при таком финансировании, которое у нас есть. То есть, как бы содержательное наполнение, я считаю, что, ну, если вы нам доверяете, с вашей помощью, с вашими замечаниями мы сделаем. Мне кажется, нужно говорить сейчас о другом. Вот еще один момент стандарта. Во-первых, я уже говорила в кулуарах, я услышала, ну, такое не то что недовольство, обида, что при разработке проекта профстандарта не позвали никого с вузовских библиотек. Это действительно промах, потому что это нужно было делать, и нам нужно консолидироваться даже и в этом. Второй момент, который я хочу, на который еще никто не обратил внимания, там прописали раз в 5 лет, да, повышение квалификации. И вот здесь я точно знаю, вот сегодня у нас там, ну, вузов там вроде 13, в национальном проекте культуры работают только 7, это, по сути, те, кому доверяет Минкульт, ну, вот, повышение квалификации именно практикующих специалистов, а говорят, что в будущих аккредитациях это будет обязательное требование, вуз не имеет, вот ДПО, значит, вуз свободен от обучения. Вот, но не все вузы, то есть нас очень мало. И 19 библиотек у нас в России, центральных библиотек субъектов, имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности с выдачей документов установленного образца. И вот представьте себе, что нам раз в 5 лет нужно будет повышать, ну, квалификацию согласно вот профстандарту. Ну, я посчитала, 100 тысяч у нас примерно библиотекарей вот работает в центральных библиотеках и муниципальных. Значит, то есть 20 тысяч в год. Ну, вот сейчас такими силами мы это не сделаем. Поэтому, мне кажется, вот здесь вот очень важно учитывать, кто что-то залицензировал, у кого какие есть возможности, ну, повышать квалификацию не только своего региона, там, если это региональная библиотека, но и других. То есть нам сегодня вот настолько нужно вот друг другу помогать в этом, что а мы учим, ну, не знаю, вот этим проектом, а мы учим работать там с мигрантами, а мы учим вот этому, и чтобы это было всей стране вот известно. И тогда, как мне кажется, ну, вот эта проблема, ну, хотя бы, может быть, не сразу, не с первого года, но со скрипом будет решена. То есть я хочу сказать, что мы не конкуренты, мы соратники, мы партнеры, вот это надо выстраивать нам и искать возможности и тех, у кого есть деньги, ну, так, прихватить их, и тех, у кого их нет, но выполнять вот именно по заказу. Мне очень понравилось вот работать в библиотеке Ольги Юрьевны, потому что действительно, ну, я четко знала, что им надо, что им не надо, мне все вычеркивали. Вот это вот важная постановка задачи, вы меня заказали как специалиста, а я выясняю вас именно, чтобы я ничего лишнего не дала. Вот, и поэтому вот здесь, как мне кажется, вот тот момент консолидации, тогда мы будем обмениваться и контентом, то есть что может, ну, там, допустим, там Челябинский вуз, но не может там Петербургский там, или Кемеровский. Вот, ну, и сегодня вот дистанционные как раз технологии, ну, которым я все-таки фанат, при всем при том, что, ну, я понимаю те издержки, которые есть, они вполне реально. То есть сегодня можно учиться и с Камчатки, в любом городе, и, не знаю, там, Сахалина, и с Калининграда, и участвовать в любых программах. Вот, ну, в последнее время я вот эти пытаюсь механизмы как-то вот выстроить и найти вот соратников, которые бы понимали, что и вуз, и библиотека могут одну программу делать совместную, но это будет на всех, и качество будет устраивать всех. Вот, пожалуй, все, что я хочу сказать, а все то, что касается контента, ну, думаю, что вузы разберутся там или колледжи разберутся, чем наполнять. Все, конечно, мы не охватим. Друзья мои, я докторов наук выращиваю, но я по-прежнему читаю их статьи, они мне их присылают, посмотрите, пожалуйста. Поэтому надеяться, что дадим вам вот готового, который все может, его надо выращивать на рабочем месте, вот именно адаптируя под те задачи, которые ставит конкретная библиотека. Никогда 100% вас устраивает. Самая блестящая девочка с красным дипломом не будет. Спасибо большое. Спасибо, Ирина Семеновна. Светлана Анатольевна Горохова. Ой, как я хочу, да, прекрасные заключительные слова. Совершенно об этом же и хотела, собственно говоря, сказать. Прослушав всех, дело в том, что я долгие годы еще тоже работала в секции ИФЛА по непрерывному образованию и обучению на рабочем месте. И был выработан такой замечательный документ, который называется «Руководство».
этой секции. Да? И там четыре кита, то, о чем мы сейчас, вот, собственно говоря, и говорили. Работник, работодатель, формальное образование и непрерывное образование. Причем, правильно, как говорила Марина, они должны, и Ольга об этом говорила, они должны, не должны идти параллельно, они должны быть завязаны в одну систему. И пока я вижу вот это, то, что я слышу, то, что я имею на своем опыте, будучи там мамой студентки-целевички, кстати говоря, я вижу везде достаточно много слабых мест. В каком плане? Не потому, что мы плохо работаем или что-то делаем не так, говоря об обидах Валентины Владимировны или там о наездах Зои Васильевны. Не потому, что мы что-то делаем не так, а потому, что, мне кажется, тут не хватает такой политической государственной воли. В каком плане? Для того, чтобы библиотека нормально могла организовывать стажировку или целевое обучение, каждое целевое место должно быть обеспечено ставкой по окончании обучения этого человека. Иначе либо руководителю придется кого-то уволить, либо придется умолять на коленях дать ему эту ставку и так далее. Да, начнем с этого. Я уже не говорю об организации самого процесса внутри коллектива. Если мы говорим о непрерывном образовании, вот говорили, вот да, правильно, никогда не будет удовлетворен работодатель вновь пришедшему специалисту, его все равно надо заточить под эту библиотеку, в этом ничего плохого нет. Я тоже вот этот посыл, что вот вы учите, а мы тратим время переучиваем. Мы не переучиваем, мы как бы сформируем под себя, и это нормальный процесс, и на это тоже должны выделяться. А средства, это должно быть, извините, госзадание каждой библиотеки. Правильно, что мы должны тратить свои усилия и на организацию стажировки. Пока сотрудники библиотеки, Ольга Юрьевна об этом говорила, мы готовы принять этих людей, да, и оторвать людей от своей профессиональной деятельности для того, чтобы они занимались, извините, да, студентам. Это огромнейшая работа, тяжелейшая работа. Преподаватели об этом знают прекрасно. И бесплатная. А? Вот. А почему она, собственно говоря, бесплатная? Да. Если она включена в тот корпус, я понимаю, что правильно, Нателла Надарина говорила, что там 285 задач на эти 22 тысячи, да? Еще и сюда, ну, на самом деле должно быть выделено место, выделено время на развитие штата. Что у нас? У нас отделы кадров. У нас нет внутри наших коллективов отдела по развитию персонала, то, что должно быть, в принципе, да, в каждой библиотеке. И тогда ты отслеживаешь, что делают люди, ты их затачиваешь, поддерживаешь, да, и тогда молодежь от тебя не уходит. Или уходит. И даже если она уходит, это тоже не конец жизни, это нормально. Они сейчас совершенно по-другому к этому относятся. Да, они не работают по 30, по 40 лет на одном месте, они правильно. И в библиотеку они идут, между прочим, за развитием, прежде всего, и проектным, и почувствовать новую сферу деятельности. И это нормально. Вот, не, это не должно быть болью. Все, заканчиваю, потому что сказать хочется много. Про целевиков сказала. Всем огромное спасибо, потому что на самом деле образование – это очень тяжелая и не всегда благодарная вещь. Мы вам очень за это благодарны и будем стараться ответить. Спасибо, Светлана Анатольевна. Буквально. Да, тут, да. Только один. Мы теперь я смотрим вообще на полминутки. Да. Я просто там, вот про молодежь. Вопрос мне задали. И вот сейчас и про все сложности, а как удержать. Есть объективные причины, почему молодежь уходит. Ну, просто они молодежь в поиске. Да. Они хотят попробовать себя и в этом, и в этом. Вокруг столько всего интересного. Поэтому совершенно нормально, что они поработали. Молодой человек, молодая девушка, не знаю, 2-3 года и ушел. Нормально это. Я не сразу к этому так относилась, я к этому пришла, и это я теперь отношусь к этому совершенно нормально. Ну, ушли другие придумки. Да, к вопросу о молодежи. Вот у нас как раз вот то самое в ВУЗе профильное обучение. То есть мы учим и третье место, и мы учим аналитиков информационное обеспечение профессиональной деятельности, где вот все, о чем вы говорили на первом, в первой части. А потом начинают выбирать вместо практики или тему курсовой работы и говорят, а можно про детскую библиотеку? И им так нравится. И вот детская библиотека, и вот наши волонтерские отряды, и сегодня вот коллеги видели, что большинство тем дипломов, а у нас сегодня была защита диплома, на базе детской библиотеки. Это им очень нравится. Коллеги, очень коротко, вот сухой остаток, а вы меня поправляете. Значит, все-таки только вместе мы можем достичь результатов.
И это наши совместные усилия и наша зона совместной ответственности. Если все-таки нам кто-то задаст вопрос, то мы поддерживаем заочную форму обучения, потому что на сегодняшний день она гораздо более эффективная, и это реальная отдача. Мы поддерживаем двухуровневую систему образования, потому что это позволяет совместить отраслевое образование вот с нашим библиотечным. И все-таки, если опять же нас кто-нибудь об этом спросит, а мы будем стараться донести, да, наш голос, мы поддерживаем раннюю профориентацию, потому что, потеряв 2 года, уже очень сложно привить любовь к нашей профессии. Я тоже хочу всем сказать большое спасибо. И, наверное, самый главный вывод, который мы должны сегодня сделать, мы еще побарахтаемся, профессия еще будет. Мы еще сможем сделать много и много полезного. И, наверное, вы знаете, как, вот не люблю форсайты, потому что слишком много субъективности. Но вот когда мы сегодня с вами разговаривали, был какой-то такой, такая фундаментальная база. Мы все говорили о том, что мне нужен уникальный специалист, мне нужны разнообразные возможности, мне нужно еще что-то. Там, где разнообразие, там культура. Там, где разнообразие, там рост и развитие. Если снижение разнообразия, уже ничего нет. Поэтому мы еще растем, мы развиваемся, и у нас действительно все впереди. И я надеюсь, что так будем и дальше. Спасибо, да. Спасибо всем, и мы прямо вот...